Я пою, вы повторяете. Готовы? Только нужно очень громко сделать это. Очень громко. Готовы? Совсем другое дело. Маэстро, тональность. Это очень сложная фраза. Ее повторяют с первого раза только выпускники консерватории, поэтому посмотрим сейчас, как вы... Посмотрим сейчас, как вы справитесь. Но говорят, что в Эшби очень музыкальный народ живет, поэтому я не сомневаюсь. Ну что, готовы? Внимание! Опа, с первого раза получилось. Вы из консерватории, что ли, все? Конечно, я же вижу, первые ряды специально из консерватории сыграли, да? Ну что, давайте еще задние ряды присоединяться. Готовы? Не слышу, готовы? Да! О, молодцы! А теперь то же самое, только вниз усложняем. Супер! Еще разочек. Закрепим. Как на уроке музыки, да? Молодцы! Ну что, готовы с оркестром исполнить? Поехали!